Здравствуйте, уважаемые любители бильярда. Мы продолжаем трансляцию с чемпионата России по свободной пирамиде. В последней встрече сегодняшнего первого дня у нас встречаются Марков Виктор, кандидат мастера спорта из Ростова, и Алексей Волков, также кандидат мастера спорта, выступающий за Московскую конфедерацию бильярдного спорта. Итак, началась первая встреча. Напомню, что с вами Станислав Булацкий и Виктор Пшеничников. Мы ведем прямую трансляцию из Ростова-на-Дону, из бильярдного клуба «Доберман». И встреча, которая решит, кто из спортсменов продолжит борьбу завтра. Ну, а один из соперников, к сожалению, покинет турнир. Это уже встреча в нижней части турнирной таблицы. На выбывание играют. По-прежнему до 4 побед. И ну вот Виктор Марков неудачный подход выполнил к столу. И сейчас у Алексея Волкова есть прекрасная возможность забить несколько шаров. Посмотрим, понаблюдаем за ходом этой игры. Сегодняшняя наша трансляция будет завершена сразу по окончании этой встречи. А завтра мы ждем вас в 10 часов утра. Буквально через несколько минут появится информация, кто будет играть на телевизионном столе. Мы планируем ежедневные трансляции, которые будут начинаться около 10 утра и заканчиваться около 18:00. А сегодня вечером, где-то около 21 часа по московскому времени, вас ждет традиционный ежедневный выпуск, видеорепортаж, в котором мы покажем и расскажем, как проходил первый день чемпионата России. Вас ждет несколько интересных интервью. В частности, уверяю вас, интервью с Юрием Пощинским получилось очень даже интересным. Обязательно посмотрите. Также буквально через несколько минут появится обновление в нашей традиционной фотогалерее как мужского, так и женского турнира.
турнирные сетки уже регулярно обновляются. Мы вошли в рабочий режим. Буквально по поступлению протоколов в судейскую бригаду вносятся результаты. В этом нам помогает судейская бригада Федерации бильярдного спорта России и Всероссийской коллегии судей во главе с Александром Какуниным. Ну, а вот здесь у нас продолжается первая партия встречи между Виктором Марковым и Алексеем Волковым. Еще раз напомню, сейчас вот у стола был представитель Ростова Виктор Марков. У него два шара забито. И сейчас к столу подошел Алексей Волков из Москвы. У него четыре шара. Вот хорошего свояка забивает Алексей.